Беженец, напавший с топором на пассажиров регионального поезда в Германии, возможно, принадлежал группировке ТИГИЛ. При обыске в его доме был обнаружен флаг боевиков, нарисованный от руки. Шолпан Найманбаев расскажет подробнее. Никто не ожидал, что в тихом пригороде Вюрцбурга произойдет такое кровавое преступление. Неизвестный с ножом и топором неожиданно напал на пассажиров регионального поезда. В результате атаки пострадали 5 человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Сигнал тревоги поступил на пульт полицейских уже во время атаки. В тот же момент кто-то из пассажиров нажал стоп-кран, и поезд остановился. Преступник попытался сбежать, но, увидев полицейских, набросился на них с топором. После чего стражи порядка открыли огонь на поражение. Нападение произошло вечером между городами Оксенфурт и Хайдингсфельд. Это было несколько атак на пассажиров с холодным оружием. Среди пострадавших семья из Китая. Несколько человек находятся в критическом состоянии. Полицейский спецназ находился на задании недалеко от места происшествия, поэтому почти мгновенно прибыл на вызов к станции Хайдингсфельд. Позже стало известно, что преступником оказался 17-летний беженец из Афганистана. Он прибыл в Германию самостоятельно, без родителей. Некоторое время он проживал в приюте для мигрантов. После его взяла к себе патронатная семья. Полицейские сейчас проверяют его связь с группировкой ТИГИЛ. Ранее сообщалось, что у афганца были сообщники, но эта информация не подтвердилась. Эксперты предполагают, что преступник напал на людей, подражая террористу, который совершил теракт в Ницце. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, 24 KZ, Германия.